Место выбрано традиционное – Черногорский парк Абакана. Проводы зимы намечены на субботу 25 февраля, начало в полдень. Запланированы мужские забавы – бой мешками, перетягивание каната, покорение масленичного столба. Откроется ярмарка продажи от мастериц – Хакасии. Подготовлена детская программа. Апофеоз праздника – сжигание чучела зимы – начнется в 13:50. Кстати, в течение масленичной недели в городе пройдут и другие праздничные мероприятия. В районах Западный, Южный, Юго-Западный, Красный Абакан, Полярный, Гавань, Нижняя Согра. А в понедельник, 27 февраля, начнется Великий пост. Кстати, праздничные локации масленицы решено организовать с учетом большой новогодней горки, которую пока решили оставить. Саму городскую елку в Черногорском парке начнут разбирать через неделю. Иллюминацию и ледяные горки также демонтируют.